Я ненавижу тебя. Ох, хорошо, в следующий раз не кради мою монополию. Ариана, отдай Джеймсу свои $200. Ты приземлился на его территории. Нет, он в тюрьме. Я не собираюсь давать деньги преступнику. Ты совсем не так себя ведешь. Мамочка, почему брат кричит? Заткнись, Салли. Ты не будешь разговаривать после того, как украл мою последнюю железную дорогу. Лучше бы я никогда не рождался на свет. Я тоже. Ты думаешь, я хотел этого?